В Ледовом дворце Чебоксары-Арена завершились всероссийские соревнования по хоккею среди сборных федеральных округов. Возраст спортсменов 14 лет. В течение недели 7 команд боролись за главный трофей турнира. Наибольшее количество очков в свой актив записали спортсмены Центрального федерального округа. Дружина ЦФО из сыгранных 6 матчей уступила лишь команде Северо-Западного федерального округа, которая стала бронзовым призером. Второе место заняла сборная Москвы. Хоккеисты Приволжского федерального округа закрепились на 4-й позиции. Отметим, что в составе этой сборной играл выпускник Чувашской школы хоккея Даниил Христанов. Для него участие в составе окружной сборной стало первым в спортивной карьере.